Курсант 28-го взвода «Ливрец» Лидия. Владимир Степанов. Рассказ ветерана. Я, ребята, на войне. В бой ходил. Горел в огне. Мерз в окопах под Москвой. Но, как видите, живой. Не имел, ребята, права. Я замерзнуть на снегу. Утонуть на переправ. Дом родной отдать врагу. Должен был прийти я к маме. Хлеб растить. Косить в траву. День победы вместе с вами. Видеть небо синеву. Помнить всех, кто в горький час. Сам погиб, а землю спас. Я веду сегодня речь, вот о чем, ребята. Надо родину беречь, по-солдатски, свято.